В историко-культурном центре для учащихся 4-х и 5-х классов провели музыкальную встречу, посвященную известному композитору Евгению Крылатову. Школьники познакомились с его творчеством и даже спели несколько его песен. За все годы творческой деятельности Евгением Крылатовым создано большое количество сочинений в разных жанрах, от симфонии до эстрады. Особенно плодотворно его творчество в кинематографе. Он написал музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам, таким знакомым и любимым. «Умка», «Дед Мороз и лето», «Простоквашино», «Приключения электроника», «Чародеи», «С любимыми не расставайтесь», «Ох уж это Настя», «Гости из будущего». Ребята уже не первый год приходят на такие своеобразные уроки. И благодаря музыковеду Ирине Маскаевой каждый раз дополняют свои знания чем-то новым и интересным. Очень нравится нам, как она ведет урок, вот это занятие, вот это. Мы, дети много узнают о композиторах, о современной музыке, о музыке прошлых веков. Вот. Это хорошим является как бы дополнением вот, там, к урокам музыки, которые у нас в школе бывают. И для общего развития художественного и эстетического очень здорово. С раннего возраста учителя прививают детям любовь к музыке. С помощью таких дополнительных уроков у школьников развивается хороший музыкальный вкус. Во-первых, помочь детям разобраться в этом сложном мире звуков. И их приобщать к хорошей культуре, к красивой песне, к чудесной мелодии. А потом нести знания о композиторах, об исполнителях, о музыкантах, чей труд неимоверно сложен. Красивая гармония, которая нас соединяет с великим космосом, с божественным началом, она будет всегда путеводной звездой в становлении личности человека. А все начинается с детства. Творчество Евгения Крылатова любимо всеми, независимо от возраста. От таких музыкальных встреч дети получают не только знания, но и удовольствие. Мне очень понравилось. Я узнала много всего. Я вообще не знала, не ожидала то, что именно вот эти самые известные песни написал именно этот композитор. Мне понравилось представление. Хорошее, поучительное. Много фильмов узнал, какие, которые я не знал вообще. Впечатление очень хорошее, было очень интересно. Крылатов писал очень хорошие песни. Главное, что у детей остались только положительные эмоции и желание приходить на такие встречи вновь и вновь. Анастасия Воронина, Владимир Андрианов, Елена Кошелева, Видное ТВ.